мальчик против Беларуси. Дело заключается в том, что полицейский сломал человеку ногу, превышая свои полномочия, и белорусская прокуратура отказывается расследовать дело. В Беларуси есть возможность обжаловать это решение, значит, не расследовать сломанную ногу прокурору повыше. Но человек решает не идти этим путем, а сразу обращаться напрямую в Организацию Объединенных Наций. И что случается? Организация Объединенных Наций его понимает и, значит, сама расследует дело и принимает решение, что действительно его ногу сломал этот полицейский. Но в чем уникальность этого дела? Уникальность этого дела, она в том, что Комитет по правам человека ООН объясняет, что если решение прокурора обжалуется вышестоящему прокурору, то эта вся процедура является противоречащей правам человека. То есть его решение прокурора должно быть обжаловано не вышестоящему прокурору, а в суде. Понимаете, дело на самом деле, оно не про ногу Абромчика. Дело, оно про то, что если в вашей стране существует такая система, когда решение прокурора можно обжаловать только вышестоящему прокурору, а не судье, то в этом случае он признает ваше право идти не идти по этой дороге, не терять время, а напрямую обращаться в ООН. И тогда он расследует дело, то есть устанавливает факты, оценивает ситуацию. В этом заключается уникальность этой процедуры.